Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. Меня стрелял поутру из оружия целый взвод. Зачем мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя. Мой командир меня почти что спас, но кто-то на расстреле настоял. И завод отлично выполнил приказ, но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая, давно наперекос. Однажды языка я добыл да не донес. И странный тип суетен, незаменимый наш, еще тогда заметил и взял на карандаш. Он выволок на свет и приволок подколотый, подшитый материал. Никто подделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть с дурацким криком «Пли!» И залп не выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу, жив, зараза, тащите в медсанбат. Расстреливать два раза уставы не велят. А врач потом все цокал языком и, удивляясь, пули удалял. А я в бреду беседовал тайком с тем пареньком, который не стрелял. Я раны, как собака, лизала, не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил в меня влюбленный весь слабый женский пол. Эй, ты, недостреленный, давай-ка на укол. Наш батальон геройствовал в Крыму, и я туда глюкозу посылал, чтоб было слаще воевать ему. Кому, тому, который не стрелял. Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал. Мне не пришлось загнуться, и я довоевал. В свой полк определили, воюй, сказал комбат. А что не дострелили, так я, брат, даже рад. Я тоже рад был, но присев у пня, я вылупил угой и судьбину халял. Немецкий снайпер дострелил меня, убив того, который не стрелял.